Международный день медицинской сестры официально отмечается с 1971 года, в день рождения Флоренс Найтингейл. Легендарная сестра милосердия во время Крымской войны работала в полевых госпиталях и спасла тысячи жизней. Созданную ею службу сестер милосердия до сих пор несут медсестры из медико-социальной службы Красного Креста «Допомога». Только в Брестской области 35 таких сестер ухаживают за 105 одинокими тяжелобольными людьми на дому. Самое сложное – найти контакт с теми гражданами, которые в такой жизненной ситуации. Наверное, начнем с того, что 47 человек – это инвалиды первой группы. Это люди, которые лежачие, не могут особо себя обслуживать. И вот основная функция – им, конечно, в этом помогать. Доброе сердце, золотые ласковые руки у каждой медсестры Красного Креста. Тамара Терешина уже 35 лет отдает частичку себя каждому из своих пациентов. За свой труд удостоена уникальной медали Флоренс Найтингейл. Надо заслужить доверие подопечного. По-моему, это самое главное, чтобы они тебе доверяли, верили, уважали и ценили за какие-то твои качества. Но за какие-то им решать. Я уже привыкла, я уже знаю, как подойти к больному, о чем с ним вести разговор. 14 мая, в профессиональный праздник этих чутких женщин, им слова большой благодарности за профессионализм, самоотдачу и внимание.